Следующая станция Алабинская. Метро в Самаре строится. Медленно, но верно. В этом году появился вестибюль и платформы, началась прокладка теплосетей. Станция готова на 60%, и строительство продолжится. Областные власти решили перераспределить более миллиарда средств. Это позволило направить дополнительные деньги сразу на несколько направлений. Были рассмотрены, вопросы о выделении средств на строительство Самарского метрополитена, 223 миллиона, а на завершение строительства в Тольятти Лада-арены и на выделение 152 миллионов на обеспечение жильем детей-сирот. Часть средств, 47 миллионов рублей, пойдет на повышение зарплаты учителям. Сейчас средний заработок педагогов составляет чуть менее 19 600 рублей. Это почти на 2 тысячи меньше средней зарплаты по региону. Предлагается увеличить с 1 декабря текущего года заработную плату педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в целях доведения ее размера до среднего по экономике, ожидаемого за 2012 год. Кроме того, в областной казне появились дополнительные средства. Из разных источников в бюджет поступило более 400 миллионов рублей. Половину было решено направить на поддержку сельского хозяйства. Несколько меньше – на модернизацию городских больниц и поликлиник. 1 миллион рублей пойдет на подключение муниципальных библиотек к сети интернет. Областные парламентарии приняли изменения в бюджет 2012 большинством голосов сразу в двух чтениях. Интрига вокруг бюджета трехлетки сохранится до декабря. Мария Иваткина, Мурат Гасанов, ГИС, События.